Всем привет! В общем, давно не снимал я видео. Сегодня какое у нас? 7 февраля. Ну, появился повод. Купил я вот такого слоненка к своему, наверное, муравью, можно так сказать. Вергель РП-12. 120 на 120 рулон. Хочу попробовать, потянет он, не потянет. В общем, преимущество его, у него здесь на первой передаче, у него 4 передачи волоотбора, на первой передаче выходит где-то 250, наверное, 300 оборотов. Я думаю, что должно хватить ему силы, а там посмотрим, потянет, не потянет. Так, приготовил я здесь это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И там рассыпанный 10-й тюк соломы. Она все равно тут есть по одной нитке. В общем, почему я его купил? Потому что, ну вот это вот меня уже заколебало. Деньги на эту хрень. Пробовал и пленку. Пленку тоже рвет. Кто рвет, то мыши грызут. И, в общем, тут даже есть, попадается такое приловатое. Ну, мне на подстилку пойдет под ноги кидать. Сейчас все равно надо вверх, потому что наверху солома, а внизу сено. Надо солому освободить, ну, убрать вверх, чтобы брать сено. В сеновале еще сено есть, но надо отсюда убрать, потому что пропадет. Ну, и заодно попробую, сколько штук он сможет себя запихнуть этим малышом. Так, по прессу. Ну, купил я его, как бы давно присматривал, и вот наконец-то попалось то, что я хотел. Проблемы какие: цепь надо заднюю вот эту в крышке менять. Я сегодня звено выкидывал, не знаю, как они работали. Натяжник полностью зажатый, цепь болтается вот так. Но говорят, что до последнего работали. Работали там вроде на нем молодые пацаны. Потом по муфте была вот такая дырка. Вот такими болтами. Тут гаечка накручена. Короче, как она у них тоже работала, я не знаю. Сейчас вот я ВД-шкой полил. Все смазал. Вроде бы зашла она на место. Вот один болт поставил. Не знаю, сколько здесь надо. Они тут варили что-то. Тут непонятно, что. Что вообще делали. Так, что еще тут по нему? Кардан пришлось мне удлинить. Без токаря удлинял сам. Это, кстати, может кому-то пригодится, тяга камазовская. Она входит. Пришлось только пластинки подложить с пронастила, чтобы хотя бы чуть-чуть выровнять. Ну так, более-менее получилось. Так, что еще? Ну все, в принципе, валится один люфтит, подшипник надо будет посмотреть. А так, в принципе, все на ходу, повымывать его надо, повычищать. В принципе, он вроде бы как рабочий. Но они и говорили, что он рабочий. Ну все, буду пробовать, снимать некому. Буду сейчас сам, в общем, покажу уже потом конечный результат.